Здравствуйте, дорогие малыши. Добрый вечер, ребята. Сегодня мы узнаем, чем кончились приключения Каштанки. Это так звали собаку, Каштанка. И так зовут, так называется эта книжка, которая лежит у меня здесь на столе. Да, ребята, она вот, да, и называется «Правда-правда Каштанка». А еще есть мультфильм «Каштанка». Отрывок из него мы вчера смотрели, и сегодня тоже будем смотреть. Но прежде чем мы посмотрим с вами мультфильм, я хочу еще раз вам сказать, что эту книжку написал Антон Павлович Чехов. А теперь, я думаю, Филя, нам нужно рассказать ребятам, что же произошло с Каштанкой. Обязательно. Давайте я, можно я? Ну, пожалуйста. Можно я? Значит, пожалуйста. Так, ребята, Каштанка жила у столяра Луки Александровича и его сына Федюшки. И вот однажды Каштанка вышла на улицу вместе со своим хозяином. И знаете что? Она потерялась. О! И вот наступил вечер. Да. На улице зажглись фонари. Каштанка очень устала. И проголодалась. Она прижалась к какому-то подъезду и заплакала. Да. А мимо шел незнакомец. Он увидел Каштанку и взял ее к себе домой. Да. А этот незнакомец был дрессировщик из цирка. А вместе с ним в его квартире жили ученый кот Федор Тимофеевич и ученый гусь Иван Иванович. А Каштанка с ними познакомилась и подружилась. Дрессировщик со своими друзьями репетировал новую программу. И вот наступил день, когда дрессировщик стал учить Каштанку разным наукам. Да. Первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над ее головой держал учитель. Да. Затем в следующие уроки она плясала, выла под музыку, звонила и стреляла. Да. Училась она очень охотно и была довольна своими успехами. Новый хозяин Каштанки назвал ее теткой. Он же не знал, как ее зовут. Но вскоре Каштанка привыкла к своему новому имени. А вот теперь давайте посмотрим, что произошло с Каштанкой, когда дрессировщик впервые привез ее в цирк. Давайте посмотрим. Тетка увидела громадную, плохо освещенную комнату, полную чудовищ. Из-за перегородок и решеток выглядывали страшные рожи. Лошадиные, рогатые, длинноухие и какая-то одна толстая громадная рожа с хвостом вместо носа и двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта. Сейчас выход мистера Беллы, после нее вы. У тетки забестрело в глазах и в душе. От белолицей мешковатой фигуры пахло хозяином. Голос у него был тоже знакомый, хозяйской. Но бывали минуты, когда тетку мучили сомнения, и тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лаять. Осрамимся, провалимся. Это я! Тетка, не бойся, это я. Ты не узнаешь меня, а? Нет? Ну, чего ты скулишь? Ну, чего ты скулишь? Тетка. По губам и по рукам хозяина было заметно, что он волновался.
и тетка слышала, как дрожало его дыхание. Иди, тетка. Месье Жорж, пожалуйте. Сначала мы с вами споем, а потом попляшем. Хорошо? Thank you.
спустя полчаса каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Каштанка! Ты, каштанка, недоумение. Супротив человека, ты все равно, что плотник супротив столяра. Рядом с Лукой Александровичем шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идет за ним и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту. Ух ты, интересная история. Тетя Валя, а как вы думаете, была на самом деле такая собака, или ее придумал писатель Чехов? А как вы думаете, ребята? А я предвидела этот вопрос Фили, поэтому специально принесла еще одну книжку на нашу передачу. Эту книжку написал замечательный дрессировщик Владимир Леонидович Дуров и назвал ее «Мои звери». Вот что он пишет. Вы читали рассказ Чехова «Каштанка». В этом рассказе говорится о собаке Каштанке. Эта история случилась со мной. Это я нашел Каштанку, я ее дрессировал и выступал с ней. Я же и рассказал про нее Антону Павловичу Чехову. Но теперь про Каштанку я рассказывать не буду. Лучше Чехова мне не написать. О, вот как хорошо сказано. Да, значит, все это было на самом деле. Да. О, молодец, ну вот. Молодец, Каштанка. Все-таки вернулась к прежним хозяевам. Старых друзей нельзя бросать, правильно? Никогда нельзя бросать. Очень хорошо говорит Филя. Ну вот все, ребята. И наступило время, когда нам надо с вами попрощаться. Спокойной ночи, ребята. Спокойной ночи.